Чтобы выглядеть подобающим образом, все мы в разное время обращаемся к услугам парикмахера. 13 сентября отмечается День парикмахера. Парикмахер помогает людям выглядеть привлекательными, стильными и модными. Он подбирает необходимый цвет, придает нужную форму волосам. Имя хорошего мастера передается от клиента к клиенту. Его рекомендуют друзьям, коллегам и знакомым. Специалистам, которые помогают людям почувствовать себя красивыми, посвящен этот профессиональный праздник. Эта профессия очень популярна, но не каждый может стать хорошим мастером. Он, как сапер, не имеет права на ошибку, иначе клиент не вернется и репутация будет испорчена. Он должен обладать прекрасной памятью и энергичностью, иметь развитое мышление и творческую жилку, а также отличное настроение и чувство доброжелательности клиента. Одним из таких парикмахеров является Динара Ахновская, которая работает в салоне под названием «Кудряшка». Мы застали ее за работой над очередным клиентом. Динара работала уверенно и быстро. Наблюдая за ее руками, можно определенно сказать, что работает мастер своего дела. По окончанию стрижки мы поговорили с клиентом Бэвой. Довольна работой парикмахера? Очень довольна. Я прихожу каждый раз к ней. Она очень приятная, общительная девочка. Так что всем советую, чтобы к ней приходили. Динара – парикмахер-универсал. После учебы она 5 лет проработала в городе Сочи, затем в городе Майкопе. В Кашхабле она уже почти 5 лет. Мы выбрали минутный перерыв в работе и пообщались с Динарой. Динар, как ты решила связать свою жизнь именно с этой профессией? Ну, мне с детства нравилось заниматься волосами, красоту наводить людям. И как бы к этому пришла, ну, четко, не сомневаясь. Стаж твоей работы сколько? 11 лет. Непрерывный. А первое место твоей работы? Майкоп. Я закончила учебу, ну, курсы. Осталась там в салоне. Устроилась работать и проработала там 1,5 года. Как и у каждого специалиста этого профиля, естественно, существует набор постоянных клиентов. Да, прям уже, да, хорошо есть, и звонят, прозванивают, ну, уже постоянно стригутся. Обращаются, да, уже достаточно нормально количество клиентов, и я довольна. Ты не жалеешь о том, что выбрала именно эту профессию? Нет, абсолютно не жалею. Я с радостью иду на работу, стригу, навожу красоту. Мне удовольствие это доставляет, моя работа, и приносить радость людям. Как бы приезжих много, ну, не только местное население. Многие о нас слышат, обращаются. Ну, нас это радует, что нас выбрали как наши клиенты, и рады всем услужить. И, конечно же, мы всегда что-то планируем в плане развития на будущее. Как бы есть мысли что-то свое построить, открыть свой салон. Потом, как бы, мне эта профессия, она, ну, как бы, наставила еще стать психологом. Потому что мы те же психологи в своей работе, и выслушивать, помогать советами. Поэтому в дальнейшем даже есть такая идея. Пожелаем же Динаре побольше постоянных клиентов и просто удачи!